Либо снег полностью окутал все дороги, либо дороги все-таки немножечко расчищены. Да и Марко внезапно с маленького пня переехал на большой. Слава пню! Слава пню! Да, слава пню! Слава пню! Пропал народ на заднем фоне. Что они решили больше никогда не расставаться. И в память об этом событии они вырезали на коре свои инициалы. Ну, во-первых, вас четверо, хотя инициалов пять. А во-вторых, эти инициалы почему-то переезжают. Хотя не, нормально, инициалы потом вообще пропадают. Вот иди сюда. Марко, я ничего не вижу. Сюрприз! Твой день рождения выпадает в день пня. Вот мы и решили сюрприз кенсионера. Спасибо, что хоть и 15, а не 16. Правда, это не отменяет сюжетную дыру. Как мы знаем еще по первой серии, у звездочки день рождения был не зимой. А сегодня я уж точно повеселюсь от души, потому что мне исполняется 14 лет. Так что откуда вы взяли этот день рождения, я не понимаю. Просто так решили вспомнить, что он есть? Lo que es un día de tocón? Es un día muy importante! Quieta luna traducción. Не, не хотите? Из четырех свечей до этого кадра дожили лишь две. Его не прогневим, если клятв не предадим. Куда пропали осколки гитары, которые были минуту назад здесь? Я так долго тут все украшал и торт испек с твоим любимым вкусом, радужным. Только Марко не знает, что в радуге 7 цветов, а не 6. По крайней мере, я хотел устроить звездочке праздник, а ты ничего не подготовил. Тоже мне парень называется. Все, я тебя в один пня изукрашу! Все еще отсутствует перевод. Хоть я и знаю, как переводится Диабло, но перевода нет. Я уверовал, что мы заработаем переохлаждение. Так, кто-нибудь что-то предпримет? Я сейчас. Жанна, как всегда, в своем репертуаре. Почему никто не заметил, что она перенесла пень в камин? О, нет. Клише, в страшный момент выключается свет. А в некоторых моментах во дворце темно, как в подвале. Настоящий. Мы веруем. Веруем. Не перестаю удивляться предметам из воздуха. Тебе поверить, звездочка! Надо было проявить к пню уважение! Прости, что был для тебя плохим парнем! А мне невероятно жаль, что я не щадила землянина! Клише внезапное душеизлияние перед угрозой смерти. Если у тебя аж 137 пунктов, то почему здесь всего два листа? Дай 5! А ты дай 8. Потому что у меня 8 лап. Венок сам упал, хотя должен был остаться на двери. Зачем тебя держат единороги, если ты, блин, нарвал и летать можешь? День пня — единственный день в году, когда я расстегиваюсь и наедаюсь бобами до отвала. Ведь других дней, когда я могу наесться бобами до отвала, нет. Всевидящий око, теперь нам всем тоже родня. И прошу, проявите к нему тоже уважение. Прояви ко мне уважение и скажи, как ты стоял на руке и не двигался, а сейчас паришь в воздухе. И куда на заднем фоне пропал книжный шкаф? Классная вечеринка, паучок. Всем невероятно весело. Всем настолько весело, что кошачья ведерко куда-то пропала. Моя реакция на то, что у ведерка пропал стакан. И не говори. Отчел! Любопытно. Я молчу насчет того, что ты не почувствовал, но почему Нарвал не сказал, который смотрел на тебя вплотную? И этого опять никто не заметил. Как можете видеть по моему телу. И как в этом костюме не видно молнии? Хотя в этом кадре можно спокойно увидеть. Готов каждому гостю на этой мерзкой, отстойной и глупой вечеринке сказать, что он отстой! Что? Я горем упиваюсь. Вот что.
Может, он нас и не слышал? Странно, что только он вас услышал. Ты так кричал на весь двор. Между кадрами рядом с Оком появляются пчелы. Это его первый день пня. И знаете что? Там, откуда я родом. Там, откуда ты родом, у тебя за спиной хотя бы не пропадают глаза. Ну и да, так как это новогодняя серия, стоит сделать минус грех. Либо звездочка шла на цыпочках, либо кто-то забыл озвучить бег. Опять у этой макулатуры кто-то забыл нарисовать текст. Хотя бац, и текст там уже есть. И вообще, это ты должна была спросить меня, прежде чем посылать Ромбулуса на штурм замка. Ромбулус? Я его никуда не посылала. Ложь! Звездочка, ты уже забыла предыдущую серию? А что же за мощный всплеск магии мы засекли в подземельях? Как Луна могла послать Ромбулуса, если Ромбулус сам об этом узнал? Да и не только он, все об этом узнали. Нет, я пришла поговорить о Хейнос, значит, об этом мы поговорим. Слепота никуда не делась, она продолжается. Так я тогда позвоню маме, чтобы... Нет, твой телефон не покрылся грязью. Папа, а сколько времени это займет? Столько, сколько потребуется. Услышишь песню зверя Топий? Как Эдди подкрался незаметно, если было видно, что он ушел уже далеко? Грязное платье от звездочки стало чистым, стоило сменить кадр. Есть идея получше. Нет, ты не заметила детенышей дракона, что там живут. А как ты успел заметить этих драконов? Да и как драконы там вообще появились? Они прям на листиках-листиках живут? Успокойтесь, крошечки-дракошечки. Похоже, сейчас кто-то изрыгнул пламя не ртом, потому что все смотрели в свою сторону. Спасибо, душенька. Следующий ритуал! Так случайно привязать себя никак нельзя, если только специально. Нужно нанести по всему телу древние знаки. Зачем тебе маленький кусочек пергамента? Что тебе мешало нарисовать на тот, большой? Берешь прутик. Прутик-плантер. Ой, простите, ошибся сериалом. Ой, да идите вы! Так точно выбить рисунки. Осталось всего лишь сотня знаков. Поэтому эту сотню знаков у тебя на теле мы не увидим. Ага, крючок есть. Все, готово. Отлично, булочка. Посмотрим-ка, что ты. Зверь, топай. А ты умудрился увидеть свою спину? Что же это? Я не знаю. Это у тебя между кадрами. То есть грязь, то нет. Что? Приветствую, друзья! Клише, мы думали, сейчас будет что-то страшное, на самом деле не шиша. Позвольте представить, страшный болотный зверь Топи! Позвольте представить, народ, взявшийся из воздуха. Как же ты можешь поступать так со своей крошечкой? Ты уже взрослая, так что все, хватит, ребячица! В прошлой серии звездочка была справа от двери, а не напротив. Ну неужели ей пришло в голову? Балу-бали, балу-балу. Си, откуда ты чипсы взяла? Между кадрами откуда-то взялся стол. Правду скрывает Королевский архив. Королевский архив? Бюрократический отдел, где хранят чеки из столовой и мелкую канцелярию? Не суди помещение по содержимому. Архив хранит истинную историю. Нынешняя королева Мьюни не знает ничего про архив. Да у меня и доступа-то в архив нет. А еще и доступа нет. У тебя как бы карт-бланш на все должен быть. А теперь этот стол куда-то пропал. Видимо, он нам больше не нужен. О, это гардеробная. Не суди помещение по содержимому. Клише, человек возвращает фразу, сказанную тем раньше по сюжету. Не суди помещение по содержимому. Дверь в эту гардеробную умудрилась сама закрыться. Хотя этот сценарий повторяется аж два раза. Кажется, застряла. Да, определенно застряла. Видимо, платье не пролезает. А попробовать назад ее вытолкнуть не судьба? Так, а ну отдай! И давно я отключилась. Судя по размеру свечи, где-то минут 80. Как можно искать обход почти полтора часа? Об этом даже понятия не имела. Нет-нет-нет, смотри под ноги. Там сигнализация. А ничего, что этой напольной ловушки раньше не было? 7:51. А на часах показано 6:55. Бежим! Бежим! Такое платье! Это проблематично! Ты, паучья бестолочь, зачем тебе понадобился свиток? Если ты любишь все, что блестит, что ж ты у Луны украшения не украл? Паук прошел сквозь закрывающуюся дверь.
Так, однозначно кто-то факты подчищает. И я хочу знать, кто именно. Эклипса, я предполагаю, что твоя дочь все еще жива. Что? Как это? Привет. Привет. Простите за опоздание. Давненько у нас никого не судили. И еле штуку эту печатающую нашел. Обычно Ромбулус просто всех кристаллизует. А табуретка без колесиков как там продержалась? Ну и да, в печатающей машинке недостаточно клавиш, нежели в настоящей. Как я уже сказала, сегодня мы рассматриваем дело Эклипсы. Похоже, все задокументированное заседание будет состоять из букв Z и X. Что ж, это мне понятно. Но вот что она тут делает? Это ведь закрытое слушание. Ты бы еще через час спросила после того, как заседание закончится. Почему ты раньше этот вопрос не подняла? У Шона либо пустой лист, либо там есть текст. Да я также смотрю, звездочка пропадает с заседания. За спиной Хикапу ее нет. Ах, скорее всего, там сбились настройки. Именно эту сторону покажут лишь один раз. Больше мы ее не увидим. Сожалеешь ли ты о содеянном? Нет, не сожалею. Что? Хватит делать пустые страницы. У тебя там только что был текст. Минуточку. Еще остался вопрос от меня. Что? Что? Она не может задавать вопросы. Вообще-то может. Да, мам. Формально Эклипса все еще королева Мьюни и является членом Верховной магической комиссии. За какие шиши? Вы минуты две назад показывали, что она кинула свое королевство ради монстра. В смысле, она все еще королева? Что вы сделали с моей дочерью? А Луна почему в шоке? Ты же знаешь, что это ваш план. Или ты решила перед зрителем выпендриться? Луна переехала подальше от угла. Когда Шон бьет по печатной машинке, по ее клавишам, лист почему-то не хочет двигаться. Вы понимаете, как это несправедливо? Вы устанавливаете общие для всех магические законы, а сами почему-то можете нам врать? И чем вы тогда отличаетесь от злодеев, какой считаете Эклипсу? Мы избавились от твоей дочки, прости! Истина! Эклипса, твой бывший муж, король Шестакан, не хотел иметь дел с твоей дочерью-полукровкой, а потому обменял ее на крестьянскую дочь. Мы вручили ей волшебную палочку, и она стала новой королевой Мьюни. Эклипса признается виновной в преступлениях против народа Мьюни. Однако члены Верховной комиссии также признаются виновными по вмешательству в историю Мьюни и многолетнем сокрытии правды о династии Баттерфляй. Что ж, все как мы и подозревали. Что? Мы знали, что в истории нашей семьи чего-то не хватает. Имя дочери Эклипсы должно было остаться здесь, в архивном свитке, но оно исчезло. Постойте-ка, так все заседание было фарсом? Ты что, все это спланировала? Вообще-то, мы вместе спланировали. Вы лгали нашей семье несколько поколений. Из-за вас мы жили во лжи. Не нам сидеть на троне. Ведь Эклипса даже... Стоп. Так ты, получается, мне не какая-то бабушка? Да, милая, выходит так. Значит, мы вовсе не королевской крови. Ты все равно принцесса. Нет, мам, мы все никто. Звездочка! Нет, подожди! Возвращаемся к истокам. Там нет защелки. Ножницы измерений. Которые взялись в коробке... Почему? Последний раз они были у звездочки. Используем на левой странице Ctrl-C, Ctrl-V, потому что нам лень придумывать новый текст. Да и кто-то немножечко забыл, что у вас в первом сезоне под этими цветами были совершенно другие названия. Что? Зеленый? Так, зеленый. Нет, розовый. Так, это у нас... Опять синий? Магическая химия способна определить, кто где находится, кроме тех моментов, когда она не может определить, кто где находится. Приятно пахнут, если потереть. Что это? Болванчик, которого не было.
Паучиха, они бесполезны, раз мы не знаем, где он. Мы не знаем, где он, поэтому откроем штук 100 измерений, и в итоге мы случайно его обнаружим. На астероиде есть воздух. Да еще и вода. В комете вода! Люда либо за спиной у Денниса, либо где-то перед лицом. Маме и папе... Деннис! Большая здоровенная картина пропадает между кадрами. Эх, бред какой-то. Я так совсем свихнусь. Ой! Что за... Не удивляйся телепорту, я уже привык. Так, давай убираться. Откуда они... А я не знаю. Сказали все, кто посмотрел эту серию и ни хрена не понял. Впрочем, неважно. Чем скорее уйдем, тем лучше. Не, ну, спасибо за плюс грех, но можно меня не пугать телепортами? А, нет, забудь об этом. О, они всерьез хотят поиграть. Вы сейчас играете только на моих нервах. Ты как туда телепортировался? Я сказал, сами пальцы берегите! Сэр! Ни хрена себе, у них еще и искусственный интеллект. Откуда? За спиной у Денниса появилась баскетбольная корзина. А ну стоять, юноша, нет! Старикан! Глэмгор! Слушай, а ты точно не в спецназе работаешь? Потому что ты очень сильно палишься с телепортами. О! Ох, еще тот! Пропал лист и перо. Отнесу-ка я это. Вот именно такой конверт случайно не откроешь, только специально. Давай, рассказывай. Дело в том, что... Звездочка! Жабан пропал! Персонаж влезает в чужой разговор. Давненько не было. Надо его найти, я за палочкой! Да! Оружие! Возьму себе копье в этот раз. Три сезона пробегал с кулаками, не берем серию с палочкой, и только сейчас решил взять копье. Нахрена? Что это? Какой-то странный сквозняк, что аж закрывает и открывает дверцу. Проверим все тут. Стой, погоди-ка. Хочу того мясца попробовать. Что, серьезно? Это же монстры едят. Ты знакома с Томом хрен пойми сколько и даже не знаешь, что он ест? Я до сих пор удивляюсь, как ты не знала про его хвост. И что это у тебя на шее? Что? Нет у меня ничего на шее. А что это у тебя в руке? Что? Нет у меня ничего в руке. А что ты делаешь на земле? Ладно, звездочка не почувствовала дротик, потому что он попал ей в рукав. Ну как Том не почувствовал? Почему у меня лицо зудит? Потому что ты в холщовом мешке. А? Слушай, предупреждать надо. Предупреждать надо, когда вас похитят? Расписку оставите? Я случайно в дерево врезался и, кажется, теперь застрял. Дерево? Ага, это значит, что мы в лесу. Как вы поняли, что это дерево? Может, вы врезались в деревянный дом? О, а теперь ты освободился от дерева. Только почему-то за кадром. Я просто хотела сообщить, что мы уходим. Уходите? Куда уходите? Мы вынуждены покинуть это измерение. Нам больше нельзя оставаться на Мьюни. Что ты? Что ты такое говоришь? Должны помочь монстрам и мгинянам объединиться. Финал уже близок. Ты прости, звездочка. Ты пыталась, но у тебя не вышло. Тебе эту проблему не решить. Ты же не знаешь, каково это. Терпеть каждый день такое отношение. Я знаю, каково это, потому что я тоже монстр. Да, то есть что? Что? Да вы Америку открыли. Только зачем-то второй раз. А с виду непонятно, что он монстр. У меня три глаза, рога и хвост. Который ты внутри держал или как он там образовался? Да, но ты очень богат. Ну скажите, а? Он же богатый. Не считается. Где логика между богатством и тем, кем он родился? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Так, а где Катрина? Сколько у Жабана головастиков? Думаю, лучше не спрашивать. Посмотрите второй сезон. Подсказка сверху. Например, когда я еду с посторонними в лифте, я для них монстр. Такой же, как вы. Очень богатый монстр, верно? Но все-таки монстр. Звездочка Баттерфляй, ты очень славный человечек. Ты старалась как могла, но этого оказалось мало. Мне очень жаль. Нет, Жабан, подожди же. Я еще постараюсь, надо действовать сплоченно. Прощай, звездочка.
Когда придет твое время править, тогда, может, и вернемся. Мое время? Но как вы узнаете? Принцесса, ну как же, это я, Жабан, отличный шпион. Уж поверь, я узнаю. Я сделала тебе кое-что на память обо мне. О, Катрина, у меня для тебя тоже кое-что есть. Моя игрушка! В приглашении не написано. Слушай, я же оруженосец, некогда мне приглашение читать. Тут вроде что-то про медицину и арифметику. Что? Скорого прибавления. Да, похоже, кто-то ждет малыша. А по всем этим предметам около твоего дома, ты не можешь догадаться, что именно твои родители ждут ребенка. Мама! Ты вот-вот станешь мамой? Когда же вы успели? Пока ты был на Мьюни. Марко улетел примерно осенью, прошла зима, потому что был день пня, то есть сейчас где-то примерно весна. Мы опять профукали полгода. Обними маму скорее! Да, ну ладно. Я тебя 37 часов из себя выталкивала, и это твоя благодарность? Я просто не хотел... Ну-ка быстро обними мать. Но я принесу особенный лед, который с ледников привозят. Поэтому ты пойдешь к Феррера, застрянешь там на 6 часов, а вечеринка мало того, что только сейчас закончилась, так у вас еще временные сутки не поменялись. Ваше время истекает через 8 минут 25 секунд. Серьезно? А я вижу 8:28. Марко, это же картина. Что? К сожалению, эту работу я еще не закончил. Не закончил? А чего здесь не хватает? Авторской отметки? Это займет несколько недель, может, месяцев. А побыстрее никак нельзя. Нет. Я не иду на компромиссы с работой. 650 наличкой. Продано. Слова противоположны происходящему. Видно, что во втором варианте Марко закрасил Д, хотя в этом кадре на самом деле Г. Да и очень странно, что у вас один лист на 200 ответов, когда на нем показывали примерно штук 13. Хотя про ответы можно спокойно забить, потому что кто-то ответил два раза на 179 и ни разу не ответил на 180. Скорее, скорее, скорее. Не надо скорее. Зачем скорее? Пропали стрелки на часах. Это самое быстрое появление текста, которое я только видел. Решил приобрести для Марка-младшего вот эту безделицу. Ты за это заплатил? О чем это вы говорите? Что это такое? Ну, во-первых, минус грех за момент. А во-вторых, ты хотя бы видел, что получал? Или ты с закрытыми глазами нес эту картину? Между кадрами у звездочки переехала вилка. Марка, что это у тебя на лице? Теперь все чисто? Погоди, а что ты заметила ранее? Ты на него посмотрела еще до того, как он начал трансформироваться. Он ведь не сумеет написать тест. Идем. Не волнуйся, мы напишем его за тебя. В конце концов, кто понимает подростка лучше, чем его собственные родители? Но слова противоположны происходящему. Теперь никто не сможет опровергнуть то, что это один бланк, где забыли добавить еще 100 плюс вопросов. Сколько вам лет? А. До 15. Б. До 20. В. До 35. Поэтому ты закрашиваешь хрен пойми где? И если ты только что закрасила В, то почему закрашено Г? У меня такое чувство, что ты его не спасаешь, а хоронишь. Приходилось ли вам носить платье? А. Да. Кукурузный коктейль или смузи? Смузи, конечно. На два варианта ответа, А или Б, зачем-то надо закрашивать Г. Я удивляюсь, как он превратился обратно. Приезжай, когда захочешь, милый. Ножницы ведь так работают, правда? Чик-чик. Чудный момент семейного единения. А у меня как раз скидки на семейные портреты. Нет, спасибочки. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Не забудьте подписаться и поставить свой лайк. И увидимся с вами в следующей серии.